эта цапля, видите, сидит там на столбике, вытянула шейку. Называется Great Blue Heron, большая голубая цапля. Растон шумный, тут всегда много поездов, много людей, много птиц и животных. Там вдали виднеется порт Такома и наш район. Здесь мы живем. Это считается самый высокий холм в городе Такома. Называется он Indian Hill. Интересно, что когда мы жили в Цинциннати, там у нас тоже был такой район Indian Hill. Индейцы, значит, жили здесь раньше. Еще всегда бывают какие-то парусники, корабли, баржи, яхты. И очень красиво открывается вид на залив, на остров Вэшен. Это остров, который видно из нашего окна тоже. Какие-то кустики цветут, очень хорошо пахнут, очень приятные, такой терпкий аромат медовый, даже какая-то пчелка летает или оска. Пойдемте.